В Раубичах отгремели фанфары юниорского чемпионата мира по биатлонам. Сегодня, в заключительный соревновательный день, были разыграны медали в эстафетных гонках у девушек и юношей не старше 21 года. Тему продолжит Юлия Селипицкая. Женская юниорская гонка белорусам не принесла головокружительных эмоций. Как-то девчатам сразу не задалась стрельба, ну а потом неудачи повалили, как снежный ком. В результате 9-я позиция итогового протокола. Белорусские отстали от победительниц француженок на 4 минуты и 29,5 секунд, израсходовав 9 дополнительных патронов и получив один штрафной круг. В целом же выступление наших девушек можно считать успешным. Ведь не надо забывать, им еще нет и 21 года. В принципе, девчонки справились особенно функционально. То есть они прошли... показали неплохую скорость на дистанции. Понравились наши девчонки великому Виктору Майгурову. Этот человек ни один патрон убил и ни одну пару лыж истер. Я бы отметил великолепную, быструю, точную стрельбу белорусских девочек. Хотел бы еще отдельно отметить, каждый день присутствует достаточно большое количество болельщиков, зрителей. И это же отрадно. Не везде, даже на Кубках мира бывает достаточное количество болельщиков. Призер Олимпийских игр в Турине Томаш Сикора восхищается раубичами. Такой спортивный комплекс обязан расти чемпионов. Я скажу так, для меня, как мы здесь приехали, я пережил шок. Я знал, слышал, что тут много поменялось, но я не знал, что аж так много. Комплекс есть, можно сказать, и до подготовки в летнего биатлона и зимнего, перфектный. Не знаю, что тут еще можно сделать. Заключительная эстафетная гонка у юниоров была для наших ребят гонкой престижа. Подопечные Александра Сымана боролись на равных с лидерами. В итоге 5-е место. Мальчишки пропустили вперед чемпионов мира немцев. Ну а тройку сильнейших замкнули французы. Победа досталась россиянам. Посмотрели наш ближайший резерв для национальной команды. Что мы имеем, какие есть ребята. И надеемся, в будущем они смогут заменить многих ребят, сменить на посту национальной команды. Чемпионат завершился. Гости, помимо медалей, увозят огромный багаж положительных эмоций. Белорусских болельщиков переполняют гордость за страну. Ну а наши юные биатлонисты, пройдя боевое крещение, полны грандиозных планов на будущее. Тренерский штаб Беларуси уверен, резерв обязан стать полноценной национальной командой.